о, черт, я так долго иду по этой дороге. Так, что там? Эй, народ! Народ, пожалуйста, помогите, я здесь! О, нет. О, нет. Всего лишь разбитая машина. Черт, никого. Надо идти дальше. Тут все равно никого нет. О, нет. Зарядка на камере садится. Нет. Я знаю, ты где-то поблизости. Знаю, сволочь, где ты? Ты где-то здесь. О, нет. Черт! Где камера? Почему стало так холодно? Минутку. Вот она же. Какого лешего? Минутку. Здесь же еще несколько минут назад здесь было лето, а теперь весна. И этого раньше здесь не было. Что произошло? Господи! Господи! Thank you.
О, черт! А, нет! О, нет! Он здесь! А, господи! Окно не открывается! Эй, люди, пожалуйста! А, пожалуйста, услышьте меня кто-нибудь! Господи, он исчез! Пожалуйста! Пожалуйста, спасите меня! А, нет! 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 Да, надо бы завязывать с засыпанием на лекциях. Ой. Привет, дружище. Привет. У меня дела не очень. Надеюсь, тебя хоть сегодня не мучили кошмары? Представляешь, опять мучили. Дай угадаю. Опять тонкий человек? Да, опять. Да уж. За те две недели, что я с тобой не общался, у тебя толком-то ничего и не изменилось. Ну да, меня эта жуть до сих пор не отпускает. Вот только вот не надо мне сейчас опять пересказывать всю эту историю, что с тобой произошла. Как пропала Оксана, как потом ты в Крыму пропал в июле 2014-го, как потом появился вновь весной 2015-го, как потом ты пытался доказать в суде, что командор абсолютно не виноват, а его все равно посадили до 2018-го. Все это я уже слышал, и Мишаня тоже все слышал. Он сегодня даже к нам не присоединился. Ну да. Советую тебе сейчас пойти поспать, ну или хотя бы пойти подработать немного, подзаработать. Хорошо. Давай пока. Пока. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Свириденко, и некоторые из вас, возможно, помнят меня по интервью, которое я давал в 2013 году в программе «Сверхъестественная Россия». Ну, так вот, это интервью касалось массовых исчезновений в России с 2012 по 2013 год. Тогда пропала масса моих друзей, почти все мои знакомые, и мне с родителями просто пришлось переезжать из того города, да и подальше вообще от средней полосы России. Мы переехали в Сибирь, сейчас мы живем в поселке Минаево, мне здесь вполне нравится. И, знаете, летом 2013 года все исчезновения внезапно прекратились. Все было спокойно вплоть до недавнего времени, когда исчезновения снова возобновились. И недавно пропали оператор и репортер, которые брали тогда у меня интервью в том самом здании. Меня это действительно пугает. И знаете что? У меня есть некоторая теория касательно того, что происходит. Вы же помните тот канал Сергей 95, да? Он тогда был очень известен. Ну так вот, все тогда же, летом 2014 года, он пропал в Крыму. И говорили то, что он стал жертвой массового убийства. Но тут проходит почти год, и внезапно он объявляется. Его находят в Московской области. Я понятия не имею. Потому что если там происходило массовое убийство, он там был, и он связан не с единственным массовым убийством или исчезновением.
меня реально ощущение, что это как минимум связано с ним. Или как-то крутится вокруг него. Но у меня вообще-то подозрение, что он и есть убийца. Короче, это мое обращение к прокуратуре Москвы, Московской области или России. Где справедливость? Почему вы все еще не допросили его? И пока такой человек, как он, сидит на свободе, а невинный человек, как какой-то там экскурсовод, сидит за решеткой, мне просто страшно за свою жизнь.
Сегодня ровно полгода с того дня, как я вернулся домой. Меня постоянно мучают ночные кошмары, связанные со Слендерменом. Я был уверен, что он меня оставит. Но это не так. Вчера днем по новостям я узнал о гибели Михаила. Это был мой знакомый, у которого этот монстр забрал у друга. Я думаю, что оно не остановится ни перед чем, чтобы убить меня. Вот только зачем? Я спасся от него в первый раз. Не пойми, как ушел во второй. Я должен выяснить, что же ему от меня нужно и какую тайну он хранит в себе. Он был только здесь. Не знаю, появится ли он снова. Воу! О, боже! Вот он! Вот он! Куда он подевался? Так. Что происходит? Итак, у меня есть отличные новости. Буквально накануне я смог познакомиться с человеком, который рассказал мне то, что у него есть оружие против Слендермена. Вначале, конечно же, я не поверил ему, решив то, что мало ли, может, парень не прикалывается, а может, это вообще Слендермен не написал. Хотя нет, у Слендермена навряд ли сидит в социальных сетях. Ну, в общем, неважно. Так вот, у этого чувака оказались... очень весьма неоспоримые доказательства. Множество документов он мне показывал. Он мне много чего показывал. В общем, после всего этого, что он мне показал, я просто не мог не поверить. Более того, этот парень рассказал о том, что ему удалось убить Слендермена. Да-да, именно убить. И именно тем оружием, которое у него есть. Я тут узнал то, что от него. То, что Слендермен, он не один. Их много. Их реально очень много. Я сам в шоке. Но с другой стороны, это объясняет, почему исчезновения, происходившие в одно и то же время, происходили в разных частях света. Думаю, мне надо с ним встретиться, и я встречусь с ним. Черт возьми! Это не снегопад. Это просто какая-то жесть. Честное слово. Ну, нет, сейчас, конечно, не так сильно, как было до этого. Но тем не менее.
Я не знаю, как долго еще будет моя машина оттаивать. Ой. Да, путешествие к тому парню начинается не самым лучшим образом. Япона мать! Заднее стекло просто нахрен замерзло! Нахрен замерзло заднее стекло! Ну окей. Так, отлично, я только что приехал. Если тут парень мне не врал, мне надо идти вот по этой дороге, вот туда. Окей. Знаете, я очень сильно переживаю за свою машину. Все-таки покидаю ее на довольно-таки длительный срок. Да ладно. Вообще местность довольно-таки жуткая. Итак, если тут парень мне не врал, то если я перейду через этот мост... Ох, ты ж ё, надо идти аккуратней. Ох. Так вот, если перейти через этот мост, тут будет лесоповал. Оп, аккуратно. Аккуратно. Да. И, ё-моё. Я, конечно, ожидал тут увидеть лесоповал. Но масштаб меня немножечко впечатляет. У меня даже нет слов. Ой. Ну, и насколько я могу судить, это та самая линия, которую он и имел в виду. И она идет вот туда. Так, дойти до линии ЛЭП, повернуть направо. Окей. Блин, как-то стрёмно мне с 10, если честно. Пока я шел тут где-то 30 минут, вокруг меня да около раздаются всякие скрипы деревьев. Я больше боюсь того, что на меня дерево сейчас грохнется, а не этот тонкий человек нападет. Чё, я Джеки Чан, чё. Блин, отвлекся. Так, если верить тому чуваку, то эта тропинка должна меня вывести туда, куда надо. Честно, я боюсь немножечко сбиться. Да и к тому же солнце довольно-таки низко. Ну ладно. Все трещит просто по швам. Мне стрёмно.
Черт возьми, как же этот чувак далеко живет-то? Мне до него еще... Не знаю, сколько я уже топал? Часа два, наверное. А мне ведь еще надо назад вернуться. Даже не знаю. Оп. А это что? Надо бы подойти поближе, рассмотреть это. Это интересно. Ой. Так, аккуратно. Аккуратно. Так. Видимо, у Слендера кончилась бумага, и он решает меня попугать вот таким вот образом. Ну ничего. Я же не боюсь. Да. Солнце уходит. Это совпадение? Не думаю. Да ладно, куда тут эта тропинка ведет-то? Я без понятия, сколько я уже иду, если честно. Наверное, уже третий час заканчивается. А я все никак не могу дойти до него. Ой. Я же это уже видел. Ой, ну прекрасно, просто прекрасно. Я заблудился. Просто заблудился. Походу придется идти на риск и топать просто через лес. Тут, конечно, есть куча следов, но я лично сомневаюсь, что они мне помогут. Боже, на что я согласился? Уже вечер. Скоро будет ночь. А я заблудился. Я просто заблудился. Видимо, этого Слендера добивался, чтобы я заблудился. А может быть, это Слендер мне писал? Не надо быть больше таким наивным. Нет, нет. Ну вот и зашибись. Наступает вечер. И теперь мне, дай бог, добраться хотя бы до дороги. О, кому-то опять делать нечего. Ладно, не буду отвлекаться. Прекрасно, уже почти стемнело. Я заблудился по полной программе. Минутку, это же автомобильная дорога. Ура, я спасен. Ладно. Ладно. Представляешь, значит, захожу на задний двор, а она там нажилась без здоров. И что ты сделал? Ну, а что еще мог сделать? Взял, да и снял на мобилу, а потом оперативно загрузил на YouTube. Черт, ну это вообще жестоко. Как бы она не повторила то, что сделала Лора Палмер. Даже если сделает, то она мне ничего не сделает. У тебя сейчас свет потух, походу. Спасибо, капитан, очевидность. Подожди минутку.
Может, ты просто пробки вывела. Я сейчас вернусь. Ты говоришь сейчас вообще как последний раз. Хорошо, я быстро. Ладно, иди, я тебя сейчас здесь подожду. Черт, ну он вообще жесток, короче. Эй, чувак, у тебя видео рябит, ты вообще здесь? Чувак, чувак, вернись, у тебя в доме кто-то есть! Чувак! Чувак! Все нормально, да это опять просто пробки выбило. Друг, ты еще здесь? Я без понятия, где моя машина, честно говоря. Слава богу, хоть я до дороги дошел. Ничего не видно. Ой, парень, слава богу. Привет, слушай, слава богу, хоть одна живая душа на этой дороге есть. Слушай, парень, помоги мне, пожалуйста. Чем тебе помочь? Скажи, пожалуйста, где здесь есть какой-нибудь, не знаю, полицейский участок, медпункт? До полицейского участка надо будет дойти. Вон идешь прямо, да? Да. Потом проходишь буквально 500 метров, поворачиваешь да. налево. Да. Проходишь там тоже 100-200 метров. Вот, и увидишь там такое здание, синее, трехэтажное. Да. Вот, все. Ну, хочешь, пойдем вместе дойдем, я тебя провожу, мне как раз по пути. О, отлично, большое спасибо, давай. Пойдем. Пошли. А ты какими судьбами-то здесь? Я? Ой, ты не представляешь, какую историю-то я попал. Что случилось? В общем, мне тут один человек писал, то, что... Наметил мне встречу здесь, в лесу. Да еще ладно? Днем. Да, да, отвечаю. Еще днем это было. Ну, в общем, пожалуйста, я... поближе, пожалуйста. Да, 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 прости. В общем, я, соответственно, когда приехал, вот, пришел. Этот человек. Однако этот человек, его не было на месте. А потом за мной начал охотиться он. Кто он? Ты разве не знаешь? Нет. Массовое убийство в Крыму не слышал. Слышал, было такое дело, но я не верю в это. Мне кажется, это нереалистично. Послушай, так вот, когда произошло убийство, то там посадили экскурсовода. А на самом деле, это я был в той самой группе, которую убили. Я выжил. И на самом деле убил не экскурсовод. На самом деле убил то существо по имени Тонкий Человек. У меня есть доказательства, поэтому... Да ладно. Да. Вот, я, соответственно, оставил где-то здесь свою машину. Я смог выбраться из леса, но когда пришел, машины не было. А так еще... Не было. Так не было. А еще я уже видел его. Это существо. Этого... Оно, возможно, наблюдает где-то за нами. Тихо-тихо. Помехи. По камере пошли помехи, видишь? Нет, стой. Погоди. А? Вот, да, вижу. Что-то странно. Пойдем быстрее отсюда. Давай. Лучше, давай. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай. Давай, пошли, пошли, пошли. О. Че, там кто-то был? Нет. Черт, моя камера. Такое ощущение, как будто кто-то прошел за ним. К сожалению, слабенький фонарь.
Не может камера заснять. Страшновато, однако, здесь бывает вечерами. Ага. Ну бывало да. Бывало то, что ходили мы здесь с ребятами вечером. Угу. 12 часов, час ночи. И слышали какие-то странные звуки. Ну, не знаю. Тут много людей приезжает на пикник. Может быть, это они. Но звуки там были ужасные, честно говоря. А, понятно. Ну и где это твой участок? Дорога уже закончилась. Точно, участок. Я не знаю, вот. Вроде бы каждый день хожу здесь. А участка нет. Точно знаю, говорят то, что к участку надо пройти. Вот как поворачиваешь, да? Да. С дороги. Идешь, и маленькая тропинка через лес проходит. Ну да. Ну, а что это за знак на дереве? Погоди. Погоди-ка. Да. Ты. Я без понятия, что он означает. Ну ладно, давай лучше пойдем. Ладно, давай, пошли. Чего говоришь? Говорю то, что мне кажется, что нет участка. Чего? Вон там, вот оттуда мы пришли. Да. Что-то далеко мы зашли очень. Ну да. Ну и ты же этой дорогой каждый день ходишь. В том-то и дело, что каждый день. Но понять не могу, что происходит. Давай еще немножко пройдем, посмотрим. Давай. Думаю, это что-то найдем. Давай. А этот, это твой блин. Да. Что он делает? Дело, когда на записи, которая осталась после того, как он забрал мою девушку, видно, как он вытаскивает свои конечности. А что происходит? Конечности. Да, и свои конечности, и сзади. Сзади у него вырастают новые. И вот неожиданно на этом запись обрывается. Все видеозаписи, которые найдены, они обрывались именно на этом моменте. Но известно точно, что от людей ничего почти не остается. ФСБ, Следственный комитет, они ничего не находили разве? Они находили. Там личные вещи, одежду, иногда следы крови. А тело человека не находили? В том-то и дело, что не находили. Вот, мою бедную подругу только вот недавно признали умершей. Потому что у нас по закону один год человек считается еще живым. Если года нету, считается безвестно отсутствующим еще два года. Или через два... Ты это слышал? Хруст ветками. Кажется, рядом кто-то ходит. Я думаю, то, что да. Что, дальше пойдем? Или как ты думаешь? Погоди-ка. Я, кажется, что-то вижу на том... Вон там, посмотри подальше. Мне тоже кажется, то, что там что-то есть. Ну да. Видишь, физиономия высокая. Да, вижу. Очертания лица. Стоп. Нет, исчезло. Что это такое? Слушай, парень. Я думал то, что ты мне байки рассказываешь. Либо у меня глюки пошли. А что тебе этот Александр говорил по поводу оружия, которое может его сразить? Он говорил, что у него есть... особое оружие. Он смог его найти, поскольку это существо убило его брата. Брата? Да, оно убило его брата, и он потратил несколько лет на то, чтобы найти оружие против него.
Так вот, что было. Вот из-за чего он не появлялся. Я-то думал то, что он умер. Мне все говорили то, что он умер. Его не было 2 года. Минутку. Тебе знаком этот мост? Тебе знаком этот мост? Вроде бы да, вроде бы нет. А что в нем такого? Скажи, а по пути к отделению должны быть какие-нибудь речки, мостики? Да, есть речка, но там только большой мост. Железный. Железный мост. Мужик, давай-ка обратно пойдем. Давай, пошли, мне что-то тоже. Мне это не нравится. Давай. Давай. Иди. Мне тоже. Ну все, уходим. Уходим. Давай. Слушай. Чего? Ну вот я думаю. То, что... Появляется так на линии. Ну да. Слишком скрытный такой. Да. Что значит тогда? Как ты его видел? Я его заснял на видео. Как ты его мог заснять на видео? И не только я. А кто? Существует много свидетельств, видеосвидетельств, которые выкладывали родственники умерших. Странно. Ну ладно, пойдем. Ладно. Пошли. Собаки лают. Ну да. То есть получается... Стоп! Как могут лаять собаки? Мы же далеко ушли. Это что такое? Я сам не... без понятия. Сектанты? Не думаю. Погоди, а это что? Это что, пуля? Нет. Гляди. Но у нас следы очень похожи. Похоже на пулю, но это не точно. Уверен. Ну, может быть и пуля. Но здесь балуются маленькие ребята, бегают с ружьем деда Акима. Так глубоко в лесу? Не знаю, тут так глубоко. Стоп, подожди. Чего? Мы зашли в лес, да? Да. Оказались очень глубоко. И не заметили, как мы зашли очень глубоко. Да. А сейчас мы слышим лай собак. И мы уже вернулись к какому-то месту. То есть ты хочешь сказать, что мы заблудились, да? Да. Ладно, что? Пойдем. Кто это? Не знаю, телефонный звонок. Вот здесь связь ловит? Да. Не знаю, попробуй вызвать кого-нибудь. Не знаю, пожарных, полицию. Алло? Скинули? Да. Это очень плохо. Ладно, уходим. Уходим. Чего? Ладно. Стоп, камера. Опять помехи. Вот же он! Бежим! Господи, пожалуйста! Пожалуйста, нет! Стой! Подожди меня, господи! Беги! Я бегу! Работаю в полиции уже 5 лет. Повидал я много: убийства ради денег, групповые лесбийские самоубийства, кражи денег на спайс у родной бабушки и многое другое. 2 последних года были более-менее спокойными и тихими. Но в последнее время нам приходит очень много сообщений об исчезновении людей в районе Шатурского леса. За последние 2 месяца мы получили 46 сообщений.
Покровская Прасковья Дмитриевна, 1936 года рождения, 12 декабря 2015 отправилась в Шатурский лес за грибами. Последний раз ее видели на железнодорожном остановочном пункте Асаново примерно в 13:30. Дальнейшее местонахождение не установлено. Серафимов Олег Владиславович, 1976 года рождения. Последний раз его видели в машине в районе села Алексино-Шатур 15 декабря 2015 года. 17 декабря 2015 в районе села Минино местным жителям была найдена его сгоревшая машина. На данный момент его местонахождение неизвестно. Еремин Михаил, Шапочкина Надя, Романенко Николай. Найден телефон, пропало, возможно, жив. Мы считаем, что в лесу завелся серийный убийца. Жители окрестных сел предупреждены об опасности, и, к сожалению, это все, что мы можем сделать. Боже. Я снова один. Я нашел какую-то тропу. Возможно, она выведет меня к людям. Опа. А вот это вот становится интересно. Кормушка для птицы посреди леса. И здесь какая-то записка. Началось. Он опять оставляет записки. Так, надо посмотреть, что здесь. Плохо видно. Сколько мне еще идти? О, мне кажется, или там что-то за этими деревьями что-то есть. Так. Нет ж. Ого. Похоже на доски. Но я не могу быть уверен, пока не подойду поближе. Точно. Ну-ка. Точно. Это какой-то... Похоже на какой-то забор. Да, это точно. Это точно забор. Ладно. Ладно, не буду отвлекаться. Надо идти дальше. Я даже не знаю, что мне говорить. О. Я даже не знаю, куда я иду. Ого, холм. Интересно, интересно. Ого. Похоже на куски стен. Походу дела, на этом месте раньше был дом. А ведь самое ужасное, что я не знаю, откуда его ожидать. Я уже иду битый час. Не знаю, как долго я еще буду идти. Я без понятия, где помощь. И откуда мне ее ждать. Черт возьми. Я не удивлюсь, если раньше на этом месте был дом. Или еще что-нибудь, какая-то постройка.
вполне не исключено, что именно Слендер уничтожил его. Вообще, я один в черном лесу. Ого. Вот это интересно. А вот это вот уже интересно. Так, минутку. Это же строительная катушка в лесу. Вашу ж мать. Так, ну это аэрография. Сразу видно, что здесь явно недавно кто-то был. Но черт возьми, что делает катушка в лесу, в дремучем лесу? Здесь до ближайшей дороги реально далеко, а вокруг только деревья. Причем очень даже густые. Как она сюда попала? Как? Я без понятия. Кажется, я его слышал. А, твою ж мать. Прекрасно. Ребята, кто меня сейчас смотрит? Я нашел еще одну катушку и вот это. Прекрасно. Опять пошли записочки. Он наверняка где-то там смотрит на меня сейчас. Эй! Слышь, Тонкий, ну покажись-то уже! Ой, огонек? Какого черта? Я ж в дремучем лесу! Минутку, это что, фары? Фары машины? Что вообще тут происходит? Что тут происходит? Я, конечно, могу пойти на огонек и все такое, но я ставлю десятку на то, что до этого огонька я так и не дойду. О, прекрасно. Нет, нет, только не фонарик, нет! Нет, господи! Нет, фонарик! Стой! А, нет! Господи, только не фонарик! Черт! Я, кажется, его видел! Господи, господи, только не фонарик, нет! Фонарик нужен! Давай, работай! Работай, ты меня последняя надежда! Нет! Нет, не выключайся! Нет! Нет, не выключайся! Работай! Нет. Не показалось ли я кого-то слышал? Там кто-то есть? Черт. Наверное, я обречен. Тот огонек за то время, на которое я шел, так и не приблизился. Повсюду эти деревья. Я не знаю, что делать. Не знаю. Откуда эти звуки? Походу, дела не сверху. Минутку, это что? Вертолет или... Ох ты ж, ё-то-и-мы-ма! Нет! Нет, господи, это же... Это они! Господи, я так и знал, что он инопланетянин! Господи, нет! Они не видят меня, я не знаю, что делать! Нет! 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 Господи! Куда бежать? Это темно! Нет! Господи! Господи! Господи, надо уходить! Нет, нет, нет! Я не сдамся! Нет! Нет! Нет!
эфире новости. Этой ночью жители Тверской области наблюдали необычное явление. Над местным лесом примерно 2 часа ночи стало кружить НЛО, из которого вышел луч, после чего объект поднялся к облакам и исчез. Очевидцы утверждают, что не видели ничего подобного. Из оперативных сводок стало известно, что в этом лесу в ту самую ночь пропали 2 человека. Утром одним из местных жителей была обнаружена видеокамера, принадлежавшая одному из пропавших. Что на ней изображено, пока не ясно, однако мы надеемся получить эту информацию очень скоро. А теперь к другим новостям. Умрите! Умрите!